Экоактивисты вот так вот активно начали действовать, ну, примерно с лета. Двое приклеили себя к раме, как раз картины «Телега для сена» Джона Констебля. А двое облили девушку жемчужной сережкой. В Германии картину Клода Моне из серии «Стога» облили как раз картофельным пюре. В галерее Уффици двое приклеили себя к картине «Боттичелли весна». Когда они какой-нибудь локальный офис шел, там, облили, это никого не волнует. А когда они облили девушку с жемчужной сережкой, то весь мир сразу, все СМИ мировые выносят это в свои заголовки. Во-первых, как только на стекло что-либо попало, текучее, это попадает между стеклом и рамой. Вы просто не можете подойти, тряпкой протереть, мистером Пропером вот так вот все замазать, такие, о, продолжаем веселиться, ходите, смотрите дальше. Нет. Надо срочно снимать ее, бежать, теряя тапки, к реставратору. Реставратор должен срочно, немедленно вскрывать это стекло, раму, все очищать.